мы сегодня по нескольким направлениям уже в развитии вот этих договоренностей провели переговоры. Ну, во-первых, как бы, конечно, тема климатической повестки крайне важна для нас, поскольку Азербайджан в этом году возглавляет COP29, это большая климатическая конференция, и вопросы климата и экономики крайне сильно переплетены. Это вопросы доступности энергоресурсов, это вопросы торговых барьеров, но это, конечно, вопросы выполнения тех целей Парижского соглашения, которые были поставлены, поэтому мы здесь ведем постоянные экспертные переговоры с нашими коллегами, согласовываем позиции, вырабатываем общие позиции. Вот, но мы здесь понимаем, насколько сложная задача стоит перед Азербайджаном как основным коммуникатором для того, чтобы найти вот этот вот компромисс между очень разными интересами развитых рынков, развивающихся стран, экспортеров углеводородов, поставщиков, скажем так, технологий новой уже энергетики. Вот, поэтому здесь как бы важен диалог и важно вот это постоянное коммуникации. Мы благодарны коллегам за очень глубокий профессиональный подход. И вообще, конечно, республика взяла на себя, ну, такую очень серьезную нишу. Это большой вызов, и мы здесь готовы помогать. Но мы абсолютно уверены в успехе COP29. Но для этого придется много еще сделать.